Бэбэх! Вот мы добрались до таблички с боссом. Первый босс, поехали. Ничего себе, какой-то сшитый клоун или что-то такое. Привет, привет! Ну что, давай вместе со мной пройдем такое вот секретное испытание за игрока и за кальмара. Это будет вот такой вот солдат со знаком круга под своей маской. Это же все очень интересно и прикольно. Так, этого мы сбрасываем отсюда, а сами будем в эту сторону выдвигаться. Так, тут есть телега, и наше задание переместить вот этот вот ящик прямиком на нее. Так, только ты тут ничего не падай, ведь ты мне еще понадобишься, потому что здесь нужно будет залазить наверх. Как вы заметили, все немного изменилось и выглядит по-другому. Так, а что ты будешь делать? А ну-ка запрыгивай. У-ху! Вау, кто тут меня поджидает? Так, я тебя сброшу, я лапну, но твоя участь будет здесь. Обязательно тебя споймаю. Так, ну мы же вроде двигались налево, почему ты куда-то скачешь не в ту сторону? Все, важное стратегическое задание у нас выполнено, теперь можно и пройти следующий левел. Так... Подкручиваем все это дело, подворачиваем. И вот мы уже наверху. А через воду всегда трудно двигаться. Почему же так под этим выступом? Нет. Еще разок. Хорошо. Оп. Отлично. Так, ну тут мы вроде бы добираемся до финиша, скоро у нас будет босс-файт. Не пропусти это событие. Что? Это почему такое случилось-то? Хоп. Так, вау, как это все крутится. Как это интересно выглядит. Есть, этого мы лопнули. Вот так вот сюда. Хорошо. Очень даже неплохо. Так, ну я пока буду не спеша скатываться по следующим вот этим вот штучкам. Смотреть, что же я могу тут увидеть. Ой, спасибо, что ты подержал Паку. Ну, я тебе за это лопну. Ух ты, смотри, тут трамплины с косточек. Так, это я забираю, и сюда я прилетаю. Здорово. Пока что все идет очень даже неплохо своим ходом. И наши каждые двери находят свой ключ. И мы открываем новые места. Так, теперь в эту сторону. Сейчас, смотри, сразу двоих задавило. Вот это прикол. Что? Так, ты че тут лопаешься? Ты чего тут лопаешься? Это почему такое происходит? Ладно бы я тут задавил. Нужно что-то придумать. Нужно как-то решить этот вопрос. И оп. Отлично. Так, эта маленькая телега мне еще понадобится. Оп, придержали, чтобы вот не было вот этой вот штуковинки. Ты куда там бежишь? Видишь, как тут оно все прыгает. И застряла бы наша телега. Или тебе показать, как это будет смотреться. Вот. Оп, и застряла телега. И что делать? Тут даже не попрыгать ничего. Только ее на ту сторону перегонять. Опа! Здорово! Все сюда успешно докатилось. Так, ну ты сразу получаешь по своей железной голове. Потому что нам не время ждать. Ой, нет! Мы сорвались с этого троса. Все из-за тебя, чудище. Так.
Вот. Да что ты можешь делать? А ну крутись нормально. Хорошо. И бабах. Прикольно. Так, сейчас я скачусь. И все, вот я уже здесь. Раз. И два. Оп. Оп. Ха-ха. Бабах. Бабах. Вот мы добрались до таблички с боссом. Первый босс, поехали. Ничего себе, какой-то сшитый клоун или что-то такое. Ты думаешь, ты сможешь меня победить? Я солдат из игры Кальмара, ты че? Получай. Вот ты смотри, какой ты быстро гонишься за мной. Ох ты. Стоять. Так, еще один. Нет, а чё он меня только раз бабахнул? Неплохо, неплохо. Только у нас одно сердечко, но мы отняли две жизни. Ой-ой-ой-ой, куда ты бабахаешь? А, ты вызываешь своих подопечных дружков. Все понятно, все ясно. Так. Ой, сразу двоих, ну сразу двумя нужно, конечно, попробовать сразиться. Опа, перелетаем его. Что такое? Вау, сразу два. Они какие-то темные. Да, ну чё, всех солдаток я твоих победил. Чё ты можешь делать-то теперь? А, то есть ты решил просто за мной погоняться? Ну это ведь слишком странное решение. Ну тебе, ну чё? Босс он остался последний удар, и я его сейчас просто вырубил. Прощай! Вот мы его и победили. Surprise, motherfucker!